15 августа 2009 года – знаменательный день, непростой, необычный. Впервые нас посетил лучший представитель Белоруссии, представитель Гродненской области, это Западная Белоруссия, Николай Валентинович, сам музыкант, аккордеонист, услышал нас на улице и сам нас нашел. Мы очень рады этому, и для него тоже покажем, сами давно не играли, правда, но с листа быстро, вот, например, сейчас «Звезда» сыграет, фестивальный вальс, давай.